Татьяна, давай делись впечатлениями, как? Ну, своеобразно, непривычно. Ну, ничего сверхъестественного. Ну. Я смотрю, румынка там после первой атаки черпанула так лицом песка. Ну, это издержки. Выходишь, нужно быть готовым ко всему. Вначале схватки было тяжело. Начался вот этот упор, кто кого перестоит. Шлунги, раздергивания. Там, можно сказать, били по головам. Будешь дальше пробовать вот эту пляжную борьбу? Да, почему бы нет? Смотри. Это интересно, захватывающе. Масса преимуществ, сборы все время на море будут? Ну, не только. Это все, как-никак, это соревнование, это престиж, это рост. В первую очередь, для моего спорта это опыт, это полезно. Ну, все-таки в чем необычность еще, вот, в чем отличие принципиально? Естественно, тяжело, потому что песок, мы никогда не боролись на песке. Ноги забиваются, тяжело толкаться, не та устойчивость. Это как раз работа на координацию. Я думаю, что следующий этап – это борьба в воде, она тоже своеобразная. Не знаем, все может быть.